Это новости на канале ФКТ. В студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. Самому юному зрителю Кубка Конфедерации оказалось всего 3 месяца. Минкомсвязи озвучила интересную статистику. В Сочи прошли рейды по соблюдению миграционного законодательства. Проверены стройки Адлерского и Центрального районов. Сами себе проложим дорогу, так решили жители переулка Овощной. И даже жёлобы для ливневки научились делать самостоятельно. В Сочи стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Черноморская чайка собрала больше 200 участниц. Проверять только там, где есть потенциальная угроза. Об изменениях требований контрольно-надзорной деятельности рассказал Дмитрий Медведев. Председатель правительства России накануне провел видеоселектор с регионами. Участие в совещании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Премьер-министр страны напомнил, что с 2018 года все проверки, в том числе и бизнеса, должны проводиться исходя из категории рисков. По словам Медведева, нет смысла проверять те объекты, где нет угрозы вреда жизни и здоровья людей. Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения. Также Дмитрий Медведев поручил регионам начать цифровизацию госконтроля. По мнению премьера, пора переходить от долгих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью датчиков, фото и видеофиксации. Отмечу, что в Краснодарском крае в числе приоритетных экологический и жилищный надзор, контроль за продажей алкоголя и деятельностью управляющих компаний многоквартирных домов. А для реализации поставленных задач еще в марте в регионе утвердили так называемую дорожную карту. 5 лет после трагедии сегодня в Крымске вспоминают жертв наводнения 2012 года. Почтить память погибших в Крымский район приехал губернатор Вениамин Кондратьев. Вместе с главой муниципалитета он возложил цветы к монументу «Стена плача». На постаменте мемориальная доска с именами и фамилиями погибших. Сегодня здесь ничего не напоминает о том страшном дне. Работают школы и больницы, строятся новые спорткомплексы и дороги. Вениамин Кондратьев посмотрел город. В центре Крымска сейчас возводят новый мост через реку Адагум и ведутся берегоукрепительные работы. Реконструкция моста началась в 2016-м. Завершить такой объем работ планируют к концу этого года. Сейчас он двухполосный мост, а будет четырехполосный. Мы просто разгрузим данный участок дороги. И самое главное – это удобство. Это и тротуарные зоны прохода будут, и четырехполосные соединения. И даже на сегодняшний день, когда строится мост, мы не испытываем никаких препятствий. У нас нет реверсионного движения. У нас также сохраняется двухполосное движение. Коллеги, вот это самое главное. То есть комфорт жителей Крымска в данном случае основная наша задача. Заехал глава региона и в среднюю школу номер 2. 5 лет назад большая вода не пощадила и образовательное учреждение. Школу восстановили за 2 месяца. Сегодня это новое здание с просторными классами и современным оборудованием. 70% мужчин и 30% женщин. Речь идет о зрителях Кубка Конфедерации. Министерство связи и массовых коммуникаций озвучило полную статистику, в том числе по возрастным группам болельщиков. Известно, и каких иностранцев было больше. 11 центров выдачи паспортов болельщика завершили свою работу и подвели итоги проекта, расскажет Инга Габешия. В целом заявки на получение паспорта болельщика подали 480 тысяч человек. Из них 70%, что неудивительно, это мужчины. Остальные – женщины и дети. К слову, самому маленькому зрителю, получившему паспорт болельщика, было 3 месяца. Несовершеннолетних фанатов футбола, то есть не достигших 18 лет, на стадионах насчитали 13%. Отсюда вывод. Праздник футбола, который Россия принимала с 19 июня по 2 июля, посещали целыми семьями. Безусловно, россиян было больше. Их было 90%. Основные посетители из зарубежных стран, зрители были это Чили, Мексика, Соединенные Штаты Америки, Германия, Беларусь, Казахстан и иные. Всего более чем из 100 стран мира.
Из России основные посетители были, конечно, из городов-организаторов: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, безусловно, и Казань. Всего на так называемом репетиционном турнире перед чемпионатом мира побывали россияне из 1700 населенных пунктов. А вот среди иностранцев самыми ярыми болельщиками можно считать чилийцев. Им выдано более 5000 паспортов, которые, к слову, можно было получить и по почте. Электронным паспортом болельщика воспользовались около 13 тысяч зрителей. Организаторы напоминают, этот документ обеспечивал не только комфортное, но и безопасное пребывание на стадионах. Ко всему прочему, разрешал безвизовый въезд в Россию и бесплатный проезд по городу. А еще в городах-организаторах Кубка Конфедерации были развернуты центры технической поддержки. Работали они вблизи стадиона, в аэропортах, автомобильных пунктах пропуска. Некоторые функционируют и по сей день. В аэропортах и некоторых автомобильных пунктах пропуска. В аэропортах центры технической поддержки работают до 12 июля, так как у нас паспорт болельщика и безвизовое пребывание по паспорту болельщика на территории Российской Федерации заканчивается 12 июля. И на случай, если зритель потерял или что-то с ним произошло, он может восстановить его непосредственно комфортно в аэропортах. В целом, система отработала достойно, отмечают в Минкомсвязи России. Небольшие же недочеты при организации чемпионата мира будут учтены. График работы в центрах выдачи паспорта болельщика на чемпионате мира в следующем году однозначно будет более плотный. Только иностранных болельщиков ожидается около 1 миллиона. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Скипасы на предстоящий зимний сезон начали продавать в Сочи. Пропуски на канатные дороги сейчас можно приобрести со скидкой до 30% в онлайн-магазине. В будущем сезоне стоимость скипаса, как и ранее, будет зависеть от периода катания. Как правило, это основной, пик и весенний снег. К примеру, на Розе Хутор решили сократить количество тарифов. В частности, там отказались от тарифа «один день катания в выходной и праздничный день», который стоил на 10-15% дороже скипаса в будний день. Стоимость однодневного взрослого скипаса этой зимой составит 2650 рублей. На новогодних каникулах цена вырастет почти до 3000. В разгар курортного сезона безопасность детского отдыха под особым контролем. В Сочи только стационарных здравниц для детей 16, например, санаторий «Юность». Здесь, как и на других объектах, проходят регулярные рейды по проверке систем безопасности. В рабочие группы входят специалисты администрации, Роспотребнадзора, Росгвардии, ГИМС, УВД, а также представители пожарной инспекции. На сегодняшний день в стационарных здравницах города отдыхает порядка 2500 детей. Каждый из них под пристальным контролем. Наружное и внутреннее видеонаблюдение, охрана объектов лицензирована ВИЧОПами, выход на единую службу безопасности города. Особое внимание пляжным территориям. Перед началом сезона здесь была проведена водолазная очистка морского дна. Все матросы-спасатели также прошли аттестацию. Данный пляж соответствует требованиям безопасности. Матросы-спасатели наличие. Место купания детей ограждено. Но и безопасно. Мы постоянно проводим такие проверки детских пляжей, потому что безопасность детских пляжей – это первоочередное. Также мы проверяем все детские купальни, которые находятся на муниципальных и ведомственных пляжах. Помимо здравниц, функционирование систем безопасности также проверяют и на других объектах детского отдыха. В лагерях дневного пребывания, которые открыты на базе образовательных учреждений города, в палаточных лагерях, а также на всех 145 дворовых площадках, где все лето с детьми работают аниматоры и волонтеры. Особым акцентом нашего летнего оздоровления считается наша программа «Площадка нашего двора». Это тоже одновременное пребывание на всех 145 площадок, а это много. Мы в течение всего лета каждый день работаем, исключая воскресенье, работаем на этих 145 площадках, и это, безусловно, большое нахождение детей. Детская оздоровительная кампания продлится до 31 августа. Все это время на объектах пребывания несовершеннолетних регулярно будут проходить проверки безопасности. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи полицейские провели рейды по соблюдению миграционного законодательства. Проверки прошли на стройках Адлерского и Центрального районов. В ходе рейдов были выявлены иностранцы, работающие с нарушением миграционного законодательства. В отношении 8 граждан составлены протоколы за отсутствие патента на работу в Российской Федерации. Сейчас полиция выясняет, кто нанял таких работников. Виновные будут привлечены к административной ответственности. Юридическому лицу грозит штраф в размере от 250 до 800 тысяч рублей.
Сочи активно ведется ремонт дорожного полотна. В этом году запланировано отремонтировать около 200 дорог. Подключились к процессу и жители сочинских сел. Ремонтируют межквартальные проезды, благоустраивают территорию и прокладывают ливневки. Помощь сельчанам оказывают депутаты, предприниматели и администрация. Как улучшилась дорожная обстановка в переулке Овощной, узнаем у Татьяны Говорковой. Сложный рельеф – постоянная проблема каждого горного села, и Барановка не исключение. Оползневые участки здесь практически через каждые 100 метров. Тем не менее, сельчане следят за состоянием своих дорог. Так, например, предприимчивые жители переулка Овощной на территории одного из частных домов соорудили небольшой цех по изготовлению ливневок. Собственное производство оказалось качественнее и экономичнее. Пошли в магазинах, на базах посмотрели цены, испугались цен. Потому что реально мы не потянем это делать, покупать, скидываться делать. И мы решили сами сделать. Один товарищ сетку нам, тоже житель нашего переулка, безвозмездно дал. Формы сами сделали. Вот залили первую партию. У нас они по прочности даже получились потолще и покрепче, чем продаются они тоненькие. В любом случае, это для нашего села, это то, что мы сейчас сделаем, это пойдет не на 10, не на 20 лет, а 50 лет гарантийно это будет служить. На изготовление одной партии ливневых отсеков местным жителям потребовалось 4 дня и порядка 3,5 кубов бетона. Несколько десятков форм закроют чуть больше 40 метров траншеи. Ее также выкопали и расчистили местные жители. Перед тем, как бетонные наши конструкции лягут в эту канаву, здесь тут отсыпано щебнем, выровнено. И будет укладываться, швы будут промазываться, где большие швы бетоном заливаться, а где маленькие швы, там будет мастика. Отсутствие ливневок и приводит к необходимости частого ремонта асфальтового полотна, а дорога не муниципальная, является межквартальным проездом, поэтому в программу капитального ремонта не вошла. Помогают предприниматели, депутаты и местная администрация. В этот раз предоставили основной строительный материал, и такой пример на территории округа не единичный. Две недели назад в селе Верхний Юрт, там порядка 300 квадратных метров было дороги с жителями также восстановлено с помощью бетона. Также бетон мы им помогли, нашли. А сами люди, которые проживают в переулке, собрались и этот бетон залили. Ну, практически вот по округу у нас много таких мест, где мы стараемся совместно с жителями, совместно с представителями ТОСа улучшать объекты благоустройства, улучшать подъезды, делать так, чтобы было всем комфортно. Создать благоприятные условия на дороге в переулке Овощной местные жители планируют как раз к сезону дождей. Большая часть дождевых желобов уже уложена. До сентября сельчанам предстоит сделать еще около 100 метров ливневых стоков. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. 880 общедомовых приборов учета холодного водоснабжения установит Сочи-Водоканал в многоквартирных домах до конца лета. Больше половины из запланированных счетчиков компания уже смонтировала. Работа важная, но непростая, ведь зачастую жители, не понимая необходимости установки подобных приборов, пытаются препятствовать процессу. А между тем, это не прихоть Водоканала, а требование федерального закона. В подвале одного из домов на Гагарина кипит работа. Сотрудники Сочи-Водоканала устанавливают в пятиэтажке общедомовой прибор учета холодной воды. Жители должны были сами сделать это еще к 1 июля 2012 года, но не сделали. Теперь оборудование монтировать обязаны ресурсоснабжающие организации. Выполняя требования 261 федерального закона об энергосбережении, Сочинский водоканал вкладывает серьезные средства в эту работу, выступая кредитором. Работа была начата в 2014 году. За это время установили более 800 приборов учета. Стоимость на квартиру установки общедомового прибора учета составляет примерно 800 рублей. То есть это не такие большие деньги, плюс с учетом пятилетней рассрочки, то есть там цена колеблется там, от 10 до 15 рублей в месяц. То есть деньги достаточно приемлемые даже для пенсионеров, малоимущих граждан. Кстати, по решению собственников квартир сумма за установку общедомового прибора учета может быть погашена сразу. Оборудование изготавливается группой компаний «Взлет» в заводских условиях, что обеспечивает высокое качество и быстрый монтаж на объекте. О его установке жильцов предупреждают заранее. Устанавливая приборы в подвалах, сотрудники водоканала там попутно проводят ремонт труб и задвижек. Не менее важная работа. Весь процесс занимает час-полтора. Если нет противодействия со стороны домкомов и управляющих компаний, вода отключается ненадолго. В течение дня устанавливается до 30 приборов. Кстати, они позволяют решить сразу несколько проблем. Получая точные сведения о потерях воды на внутридомовых сетях, собственники квартир могут оценить качество работы управляющей компании и принудить ее провести ремонт сети или ликвидировать
вызвать утечки. Также ресурсоснабжающие организации получают точные сведения об объемах поставленного ресурса. Водоканал, он выполняет свои обязательства в соответствии с 261 законом. Мы ему в этом помогаем, ведем профилактику, разговоры с собственниками, с председателем совета домов, с инициативной группой, предоставляем доступ. До августа водоканал планирует установить 880 приборов учета, около 500 уже установлены. На следующий год запланирован такой же объем, после чего все многоквартирные дома Сочи будут оснащены общедомовыми приборами учета холодной воды и требования федерального закона будут выполнены. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи обсудили вопросы безопасного дайвинга. Площадкой для тематического семинара сегодня стала база Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Образовательный семинар по основам обеспечения безопасности при занятии дайвингом проходит ежегодно. В нем принимают участие руководители клубов, дайв-центров и инструкторы, предоставляющие свои услуги на территории Краснодарского края. Во избежание несчастных случаев Конфедерация подводной деятельности России вместе со специалистами Межведомственной комиссии по водолазному делу и Краевым управлением МЧС проводят такие вот беседы. Их цель – усовершенствование знаний и навыков при оказании услуг подводного плавания. На семинаре выступила и заместитель председателя Комитета Государственной Думы. Наталья Костенко отметила, что летом популярный вид отдыха – дайвинг – вполне доступен, но не всегда может быть безопасным. Лицензированные клубы работают в соответствии с государственными стандартами, предоставляют квалифицированного инструктора и работают с исправным оборудованием. А вот от услуг незарегистрированных лиц лучше отказаться. В городе Сочи случаев опасных, слава богу, нет, не было. И мы бы не хотели, чтобы они произошли, хотя никто от этого не застрахован. Именно поэтому мы проводим эти сборы по безопасности. В настоящий момент законодательная власть проявила интерес, как оказывается эта услуга. Это хорошо, потому что у нас есть очень много вопросов, которым мы ожидаем помощи депутатов. Ну а сотрудники МЧС, как принимающая сторона, продемонстрировали на своей территории собственный арсенал – оборудование, водолазные костюмы и спецтехнику. И к другим новостям. В Сочи завершаются гастроли цирка «Джемелли». Шоу проходит с аншлагом. В чем секрет такого успеха программы, расскажем в нашем сюжете. В этой программе нет единой сюжетной линии. Акцент на безупречную дрессуру и сложнейшие акробатические трюки. Это цирк «Джемелли». На курорт эту уникальную программу привезли впервые. Главным персонажем является клоун. Клоун «Джемелли», который привезли вот такую замечательную программу. Замечательный дивертисмент в добрых традициях старого русского цирка. С номерами, действительно, где король цирка – трюк. Ну а трюки действительно уникальные. Вот гимнастка парит под куполом, выполняя разнообразные воздушные пируэты. А вот повелитель колеса Сира удивляет зрителей силовыми акробатическими элементами, а батутисты – полетами и кувырками. Ну а номер «Фараоны» точно придется по душе любителям острых ощущений. Канатоходцы выполняют трюки безо всякой страховки на большой высоте. Его главные герои – братья Суанбековы. Они выступают и в номере «Колесо смелости». Высота 10 метров, никакой страховки. Братья исполняют трюки на грани человеческих возможностей. Очень сложный жанр, очень травмоопасный, травматичный, потому что здесь никак нельзя использовать никакую страховку, никакую лонжу. Жанр очень динамичный, очень зрелищный. Мы считаемся одним из лучших, наше колесо считается в России, так как мы берем своей скоростью, темпом. То есть с таким темпом очень тяжело работать. Ну и отдельно стоит сказать о животных. В цирке «Джемелли» выступают дрессированные канадские пумы, трюки показывают белые вороны и кони. Одним словом, эта программа удивит и детей, и взрослых. Цирк нам очень понравился. Особенно нам нравятся гимнасты. Мы любим как воздушных гимнастов, акробатов. Очень красиво. Прекрасно, очень интересное представление. Замечательные воздушные гимнасты. Нам очень все понравилось. Очень фееричное шоу. Мы приезжие, мы просто в восторге. Гастроли цирка продлятся в Сочи до 9 июля. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Диаспартакиаду для детей и подростков с сахарным диабетом проведут в Сочи. В соревнованиях, которые продлятся с 9 по 16 июля в пансионате «Золотой колос», примут участие 42 юных спортсмена из 7 регионов нашей страны. Тверской области, Алтайского края, Курганской области, Республики Дагестан, Ставропольского края, Воронежской области и Ханты-Мансийского автономного округа.
Ребят ждут различные спортивные и интеллектуальные активности, мастер-классы и творческие конкурсы. Все мероприятия станут этапами большой увлекательной игры «Машина времени». Дети смогут совершить путешествия по самым ярким эпохам мировой истории, увидят зарождение спортивных состязаний, познакомятся с легендарными персонажами, примут участие в рыцарском турнире, потанцуют под музыку диско и переболеют золотой лихорадкой. Для поддержки ребят выступят артисты цирка «Дю Солей». Каждую команду сопровождает врач-эндокринолог, задача которого – ежедневно измерять у детей уровень глюкозы в крови и следить за здоровьем участников, ведь это самая важная составляющая диаспартакиады. По итогам соревнований ребята смогут отличиться как в личном, так и в командном зачете. Сегодня в Сочи стартовали всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. Черноморская «Чайка» на этот раз собрала больше 200 участниц из 25 городов нашей страны. Слово Ренате Шипулиной. Всероссийские соревнования «Черноморская чайка» проводятся в Сочи 22 раз. Это знаковый турнир, который собирает сильных спортсменок из различных регионов страны. Участниц более 200 человек выступают по программам первого взрослого разряда, кандидатов и мастеров спорта. Вольные упражнения – один из видов четырехборья, где судьи, помимо четкости исполнения элементов, оценивают пластичность и грациозность гимнасток. Ширина бревна всего 10 сантиметров, за падение снимают баллы. Выполняя опорный прыжок, важно точно приземлиться. Брусья – не менее сложный снаряд. Но большинство спортсменок справляются и с волнением, и с поставленными задачами выступить на отлично. Сочинская школа потихонечку растет. Упорства немножко не хватает. Вроде бы соревнований много, и спрос в городе очень большой. Одна девочка у нас включена в сборную команду Краснодарского края. В сентябре месяце она будет защищать честь Краснодарского края на Южном федеральном округе. Ну и дай бог ей прославиться. Лиза – представительница сочинской школы. Из своих 11 7 лет занимается спортивной гимнастикой. Соревнований позади немало, много и заслуженных призовых мест. Мне нравится то, что преодолевать себя, учить что-то новое. Это необычно, красиво, интересно. Девочки сильные. Думаю, может, войдем в финал и, может, даже возьмем места. Выступили вроде бы хорошо. Хочу в тройку вырваться. Соревнования будут проходить в течение 3 дней. На каждом снаряде разыгрывается отдельный финал. Победители ждут кубки, медали, памятные подарки, предусмотренные и денежные призы. Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Кстати, звезда гимнаста Алексея Немова появится на аллее Олимпийской славы в Сочи. 7 июля на Розе Хутор состоится торжественная церемония открытия именной звезды прославленного российского гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира. Церемония начнется в 12:00 на набережной Лаванды, около отеля «Парк Ин». На сегодняшний день на аллее Олимпийской славы уже есть именные звезды в честь легендарных спортсменов, среди которых Лариса Латынина, Лидия Скобликова, Виктор Ан, Александр Попов, Ирина Роднина, Светлана Хоркина и многие другие. Ну и в завершении выпуска информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире.